Ребят, всем привет. Всем привет. Сегодня мы сделаем обзор цен на различные автомобили авторынка «Зеленый угол». Покажем, расскажем, как обычно. Говорите, Саша. Ну и посмотрим, что у нас по наличию автомобилей, потому что поступает много вопросов, куда делись машины, есть ли вообще машины на авторынке «Зеленый угол». И машин очень мало. Их везут, где-то едут, где-то еще что-то. Не могут никто, прям жалуются продавцы, что не могут купить в Японии, потому что все дорого. И еще вот этот нюансик с юрлицами, которые машины непроходные. Это вот Форестеры 14-13 год, которые везлись на юрлиц. Вот Сирены вот такие тоже везлись на юрлиц. Сейчас они таможатся через Москву, то есть документы выдаются через Москву, поэтому надолго задерживаются. Вот буквально вот этот Форестер, мы сейчас о нем расскажем, документы не могли получить 2 недели, только вчера получили, поэтому вот идет задержка с автомобилями. Давайте посмотрим Wildfire, гибридная версия, кстати, стоимость на него кусается 2,5 миллиона рублей. Уже показывали такие автомобили не раз, очень хорошая комплектация, электросиденья, кожаные сиденья. Большой, просто огромный монитор, куча всевозможных бардачков, подогревов, кожаный руль, всевозможные подсветки, электродвери, есть комплектация, здесь не знаю, задняя дверь электро или нет, кресло, не знаю, можно сказать, с массажем. В таких автомобилях, наверное, нужно ездить сзади, а не водителем. Второй дополнительный монитор, климат-контроль, у него по кругу идет. Подсветка, которая меняет цвета места, здесь, поверьте, предостаточно, что на втором ряду сидений, что на третьем ряде сидений. Есть комплектации, где идет пульт, но пульта здесь, к сожалению, нет, комплектация не та. Вот здесь встроены у нас розетки, сидения двигаются практически до упора вперед. Здесь вот такого плана кармашки, они откидываются. Задняя часть автомобиля. Также установлены сонары, камеры заднего вида. А третий ряд сидений тоже у нас двигается в положение вперед-назад. Сзади розетка, подсветка. Вот здесь вот такие вот ниши. Тоже мы туда что-то можем с вами положить. Как видите, сиденья у нас прячутся, да, по бокам. Шторки японские встроенные, сзади 2 подстаканника, вот так, таким образом поднимается у нас шторочка и крепится. Ну, естественно, это дуйки, обдув на третий ряд сидений. Шикарный, конечно, автомобиль, родное тойотовское литье, оригинальное, размер резины 225/60/17. Массивная дверь, шилдинг Wildfire, старт, стоп, подогрев руля, пробег 102 тысячи на автомобиле. Поверьте, места здесь очень много. Широченный подлокотник и огромный бардачок. 2 миллиона 510 тысяч рублей стоит данный автомобиль. И вот здесь потолок стоечки, ну вот знаете, ткань такая мягенькая идет. То есть пластика практически в автомобиле нет. Круиз-контроль, полный мультируль. 2 миллиона 510 тысяч. Следующий автомобиль — это Toyota Voxy гибрид. Кстати, вот кто-то звонил, спрашивал, да, реально ли найти за 1 150 000, 1 200 000. Да, реально, но в таком состоянии он не будет. Вот вам пример. Стоит 1 340 000 рублей, но почему так дорого? Потому что когда покупали машину на аукционе, думали то, что это комплектация керама, она отличается по переднему бамперу. Но оказалось, просто мененный бампер, комплектация простая. Оценка на машине, там должен лежать аукционный лист, 4 балла, пробег 90 тысяч. Вот и прикидывайте, 99, наврал немножко, вот и прикидывайте, сколько должен стоить хороший, нормальный автомобиль. Видите, 4 балла, CC. А здесь идет руль, мультируль, двойной климат-контроль. Ну, в принципе, все по стандарту, тут все по обычному. Вот, дальше, значит, есть комплектации, где 2 электродвери, но основная масса, это, конечно, идет левая дверь электро. Кстати, вот на всех автомобилях, если идет электродверь, она почему-то, если идет одна электродверь, то она идет с левой стороны.
по-моему, в предыдущем видео показывали, да, как раскладываются сидушки. Ну, здесь можно откинуть третий ряд сидений, сидушку отодвинуть вперед, спинки откинуть, и, в принципе, получается кровать. Багажник здесь не будем показывать, потому что вот здесь стоит оборудование. Итак, стоимость автомобиля 1 340 000 рублей. И немного я напутал, здесь не то, что мини на бампер, он просто идет в обвесах. Это все идет заводское. Следующий тоже идет микроавтобус. Это уже Nissan Serena, 2 литра, они все 2-литровые, 925 тысяч рублей. Все автомобили идут, коробка передач, вариатор, есть гибрид, есть передний привод, есть автомобили 4WD. Вот эта комплектация неплохая. Highway Star. Вот сквозь тонировочку вижу в багажнике что-то у нас лежит. Стоит у нас тут велик. Можете, пожалуйста, оценить объем багажного отделения. Но чтобы засунуть сюда велик, нам пришлось, не нам пришлось, а кто клал сюда велик, пришлось отодвинуть второй ряд сидений. Ну, я думаю, даже два велика туда можно засунуть. Родное ниссановское штатное литье, хорошая резина. Размер резины здесь стоит 195/60/16. Highway Star идет у нас с обвесами. Ну, не только Highway Star. Комплектация хорошая, должно быть две электродвери, да. Другого плана сидения в этой комплектации. По передней части идет. Ну, я не знаю, надо повторять, не надо. Наверное, в каждом видео уже много про это сказано. То, что очень много идет пластика. Особенность такая данного автомобиля. Вот эта средняя сидушка с бардачком, она ездит. То есть мы можем поднять. Сюда, конечно, третьего человека не посадить. Но, тем не менее, прикольно где-то покататься. Можно кого-нибудь посадить. И можем отодвинуть ее до конца, туда, до упора. У нас образуется проход на второй ряд сидений. Большая магнитола, климат-контроль, как я уже говорил, вариатор, комплектация, датчик при столкновении. Ну, на Ниссанах он как-то непонятно работает. По месту в рекламе не нуждается место. Складывание зеркал, регулировка зеркал, еще один бардачок, такой там бархат какой-то, отключение датчика движения по полосе, туманочки стоят штатные, датчика дождя на автомобиле нет. 925 тысяч стоит данный автомобиль Highway Star. Дальше переходим к кроссоверу Subaru Forester, 2013 год. Дорестайл тоже на штатном литье, на хорошей резине. 1 230 тысяч рублей. И автомобиль еще не чистили. Вот он в таком состоянии. Ну, может быть, его, конечно, помыли. В таком состоянии пришел с Японии. Давайте посмотрим на салон. Сзади есть шторка. Что-то тут у нас устанавливали, какой-то регистратор. Примерно вот в таком состоянии. Какие-то японские штучки валяются, какие-то болтики. В общем, автомобилем будут заниматься. Итак, багажное отделение. Кстати, мы отсюда можем сложить сидушки. Вот таким образом. Есть прикуриватель. О, не прикуриватель. Я же обещал не говорить прикуриватель, говорить розетка. Субарики, три розетки. Это в багажном отделении. Ну, остальные сейчас покажу. Минус. Минус субаря. Видите, вот ступенька такая у нас образуется. Спать неудобно. Но сиденье у нас регулируется в двух положениях. Вот так мы можем сделать. Сзади места, в принципе, всем достаточно. Руль кожаный, он у всех у них кожаный руль. Но здесь такое ощущение, что руль идет перешитое электросиденье. Аукционный лист тоже лежит. 4 балла по кузову. Смотрите, он просто идеальный. Пробег 125 тысяч. Два подстаканника. X-мод, подогревы. Второй прикуриватель. Здесь вот такая вот перегородочка удобно идет. И третий прикуриватель в бардачке спрятался. Болячка этих автомобилей — это рулевая колонка, рулевая рейка. Бардачок,
баллонник там лежит, iStop, X-Mod. Ну, ребят, хорошая комплектация, хорошая. Замены указаны. Японец масло менял. Ну, вот здесь, видите, тоже, то есть автомобилю нужно будет заниматься, чистить. 1 235 000 он стоит. Штатное тоже литье, размер резины, резина 19 года, размер 225/60/17, это штатный родной размер. Следующий идет минивэн, это Toyota Sienta, есть 4 воды, есть гибрид, есть передний привод. Вот автомобили тоже полюбили, вот эти автомобили, за, не знаю, за внешний вид, за там комфортно, за эксплуатацию, то есть надежный, хороший автомобиль. У них интересные салоны, хорошие комплектации. Вот все хотел показать, вам сейчас покажу. Смотрите, третий ряд с левой стороны, он сейчас разложен. И обратите внимание, куда прячутся сидушки. Они заезжают под второй ряд. Удобство, значит, для третьего ряда. Колонка, подстаканник, ну, в принципе, все. Ну, места маловато здесь. Как ни крути, взрослому мало здесь места будет. Комплектация, две электродверки. Вот таким образом это делается. Оп! Тоже полный мультируль, автоматические стеклоподъемники, микрофончик, подсветка, 880 000 рублей. Ценник есть, аукционный лист есть, 4 балла, пробег 100 000, окрас задней левой двери, заднего левого крыла в данном автомобиле. Сегодня суббота, но видео выйдет, скорее всего, уже завтра. Вот видите, как бы, ну, ряды такие есть пустые немного. Не то что немного, а действительно машин мало. Nissan Juke 2017 год, серый цвет. Вот все автомобили практически, кроме Сиенты, были на штатном литье. 920 000 рублей. Ну вот, если честно, Жуки как-то, ну, не особо их берут. Я уже не помню, когда последний раз у нас был поиск именно Жука. Тоже чистейший салон. Все на месте. Ручка открывается как на Везеле, как на Сиошере, высоко. Мне это не нравится. Сзади мне не нравится то, что мало места для задних пассажиров. Комплектация простенькая идет. Салон, вот в салон садишься, такой приятно пахнущий. Никакой там ни вонючка, ничем. Не пытались какой-то запах скрыть. Ну, реально клево. Аукционный лист. Распечатка. 31 000 пробег, ребят. 31. 4 балла. Кузов целый. Как-то вот мне некомфортно в нем сидеть. Вот честно. Я не знаю почему. Такой какой-то женский автомобиль. Сел как-то вот... Ну, тесно. Тесно. Коленки как-то вот куда-то упираются. Не знаю, я ни в коем случае не хочу обидеть владельцев этих автомобилей, но мне он не нравится. Дальше идет у нас седан. Это Mark X, черный цвет. Как многие любят. Ну, допустим, я его ненавижу. Тоже на штатном лите. 1 360 000 рублей. Он стоит. Автомобиль тоже только пришел, то есть занимается его чисткой. Таких автомобилей мало, марки Crown мало. Сиденье с кожаным вставом. Ну вот посмотрите, да, вот в таком состоянии пришел автомобиль с Японии. Бесключевой доступ, кожаный руль, Mark X, желтая строчка прошита. Вот. Оп.
спорт, снежный режим, отключение антибукса, подстаканники, бардачки. Чего здесь только нету? Какие японцы молодцы. Ну, здесь сел, конечно, провалился. 2,5, да, по-моему, да, 2,5 литра. Он 2016 год. Аэрбэги, тут аэрбэги. Сзади надо посмотреть, не помню, есть там аэрбэги или нету. Японская какая-то вонючка, аукционник лежит. Аукционника еще нет. Черный цвет, он, конечно, клевый, шикарный, но за ним нужно следить, ухаживать. Дальше у нас еще идет один седан, это Аккорд, гибрид, фары, линзы, 2 литра, 2014 год, тоже штатное литье. Цвет такой молочный, интересный. Напишите в комментариях, какие цвета автомобиля вам нравятся. Брызговики, хром. Массивная дверь. Ну, здесь, конечно, посерьезнее будет. То есть пластика уже меньше. Климат, мультимедиа, бортовой компьютер. Здесь 180. Большой бардачок, AUX, USB, 12 вольт, розетка. Аукционный лист есть, 54 тысячи пробег. Так, ребят, ну вот видно плохо. Вроде 2 X на заднем левом крыле, W2 по левой стороне и W2 заднее правое крыло. 3,5 балла. 1 220 000. Пищалки, очечница. Ну, знаете, вот очечницы такие делают. Я не знаю, мои очки сюда влезут, не влезут. Так, оп. Ух ты, влезли. Ну, есть такие более-менее нормальные, да, бардачки. А есть прям маленькие какие-то. Не знаю, какие очки туда ложить нужно. Один 1 220 000. Еще один серьезный автомобиль. Infiniti. Ну, это Infiniti, Nissan Fuga, 15 год. 2 литра. 2,5, а не 2 литра. Камера кругового обзора, светлый салон. Сонары, хром, фуга. Резина Dunlop, штатное литье. Размер 245/50/18. Колесики тоже не дешевые идут. Комплектация не богатая, но тем не менее не самая плохая. Кожа, электро. Управление режимами езды. Часики, смотрите, такого плана. Что у нас здесь есть? Круиз. Гудок мощный. Бардачок на замке. Есть аукционный лист. Мы не пробивали вот эти аукционные листы, но по идее, они должны быть все честные. То есть, кому интересно, можете пробить. Пробег 147 тысяч, оценка 4 балла. Ну, утри какие-то были по правой стороне. Надо смотреть. Здесь салонный фильтр менялся. Надо разобраться, или на 120 менять надо, или, скорее всего, поменяли на 125 тысячах. Огромный, просто нереально огромный штатный монитор идет. Багажник. С кнопочкой у нас открывается. Багажник тоже, я вам скажу, неплохого объема. Лопаска. Таких автомобилей единицы. Сонары, по бокам идут обвесы, камера кругового обзора. 4 камеры должны здесь стоять. Ну,
давайте сегодня, на сегодня будем заканчивать. Возьмем еще один автомобиль. Опять же, многие хотят фитов, да, сколько стоит фит. Вот вам пример, комплектация S. То есть это штатное литье, это обвес, темный потолок. Ну и по салону тоже там есть различия. Гибрид, дворник, камера заднего вида тоже есть. Видите, 765 тысяч. Другого плана сидения, другого плана вставки здесь идут. Аукционник, ну вот это родной аукционник. Замена переднего левого крыла, окрас двери. Но тем не менее дали почему-то 4,5 балла автомобилю. Пробег 85 тысяч. Здесь уже, здесь не получится показать, как они поднимаются. Спойлер. Данкрат ремкомплект. Ну, на гибридных версиях так называемой ниши тазика у нас нет. Вот здесь тоже было все автомобилями заставлено. Это вот только одна стоянка. Ключи бери, не хочу. Вон тут даже от фита у нас ключик лежит. Ну-ка, заведется он? Да, завелся. А ну что вам здесь показать? Круиз-контроль, подогрев дворника, складывание зеркал, управление меню. 85 тысяч пробег, мультимедиа, сенсорный климат-контроль, темный потолок, подсветка. Здесь подсветки у нас нет. Здесь идет робот. Камера заднего вида есть. Вот. И особенность не только этого автомобиля, да, гибрида. У них нету парковки на ручке переключения передач. Там везель взять, привод взять, знак взять, еще что-нибудь взять. У них есть просто кнопочка. На кнопку нажали, машина встала на парковку. Ладно, глушим. Замечательный автомобиль. Итак, Honda Fit 2015 год, 1,5 литра, гибрид, S-комплектация, 765 тысяч. Давайте хорька еще захватим, в хорошей комплектации, 16 год, 2 литра, не гибрид, 4 ВД, 2 миллиона 150 тысяч. Посмотрите просто на его внешний вид. На таком автомобиле вы будете выделяться, но, как сказать, какой-то это вот неполноценный кроссовер. Почему неполноценный? Ну, какой-то он низкий идет. Сзади сабвуфер, чистейшее багажное отделение. Два положения открывается. Кожаный салон. Хром ручки. Хром по низу идет. Неудобно мне одной рукой. Сзади дуйки для задних пассажиров. Тоже вставочки такие интересные под дерево. Здесь все по стандарту идет. Два миллиона сто пятьдесят тысяч. Мы сейчас сняли машины у одного продавца, вот стоянка большая, и делятся прям секторами, у каждого свое место, где стоят машины. Получается, вот это вот, то, что мы снимали, это один продавец, там другой продавец. И на стоянке, может, с десяток продавцов есть. В общем, это везде и на всех стоянках. Вот, ну а на сегодня все. Будем с вами заканчивать. Не забываем подписаться и поддержать нас. Всем пока. Всем пока.